неким постом вы смотрите информационно-просветительскую передачу «Свет миру». Святые отцы называют Великий пост весной души. В это время верующие стараются делать добро, молиться и воздерживаться от страстей. О том, как прошла первая неделя Великого поста в Липецкой и Елецкой епархии, смотрите в рубрике «Епархиальные вести». Семнадцатого марта в Христорождественском кафедральном соборе Липецка архиепископ Липецкий Елецкий Никон совершил чин прощения. В главном соборе епархии попросить прощения друг у друга собрались священнослужители и прихожане. В своей проповеди владыка Никон обратил внимание верующих на то, что телесный пост ничего не значит без поста духовного. Не только воздержание в еде угодно Богу, но и воздержание от всякого зла. Для нас же наш дом, наша квартира и является тем местом, где мы можем также подвязаться через чтение, пение, через, чтобы не смотреть ничего развратного, скверного, чтобы смирно жить со своими близкими, не провоцировали их на обиды, ссоры, скандалы. Затем правящий архиерей спросил прощения у духовенства и своей многочисленной паствы, а также благословил всех на прохождение подвига Великого Поста. Затем все присутствующие просили прощения у владыки и друг у друга. Истинное прощение, считают святые, это еще и попытка перемены. Великий пост для православного христианина – хороший способ достичь этого изменения. Восемнадцатого марта начался Великий пост. Он отличается от других постов продолжительностью и строгостью. Пост призван очистить верующих от грехов, обратить внимание на жизнь души. Этот пост такой продолжительный, именно 40 дней, потому что мы знаем из Священного Писания, что Господь Иисус Христос постился 40 дней в пустыне. Также и в Ветхом Завете такие пророки, как Моисей, постился на горе Синайской перед получением скрижали Завета 40 дней. Также пророк Илия постился 40 дней. Именно это число, эта цифра 40 дней именно связана именно символически именно с этим. Привычную суету заменяют долгие покаянные богослужения. Молитва преподобного Ефрема Сирина сопровождается земными поклонами. В этой молитве верующие просят Бога избавить их от недугов, которые одолевают всех. Духа праздности, уныния, страсти к власти, пустых разговоров, осуждения ближних. И даровать такие важные добродетели, как нравственную и телесную чистоту, отсутствие гордости, терпение и любовь. Пост является это выражение нашего покаяния. И в Ветхом Завете мы знаем, например, историю города Ниневии, которую Господь должен был погубить за грехи жителей, но жители покаялись. Они в течение 3 дней, выражая свое смирение и покаяние перед Богом, постились, то есть ничего не ели и не пили. И вот из-за такого, выражая такой пост, в результате этого, выразив свое покаяние перед Богом, они получили прощение своих грехов и избегли гибели. Великий пост готовит нас к главному событию жизни христианина – воскресению Христову. Чтобы встретить этот праздник обновленным человеком, необходимо добровольно и осознанно пройти подвиг поста. Когда наступает время праздника Пасхи, особенно последняя неделя перед праздником Пасхи является Страстной Седмицей. В это время уже человек, христианин, попостивший 40 дней, может действительно духовно осмыслить те великие события, которые произошли в свое время в земной жизни Иисуса Христа, когда Господь ради нас потерпел крестные страдания, смерть и воскресение. Вот таким образом духовно человек входит в это поприще, он переживает, сочувствует Христу и переживает духовное вот это торжество праздника Пасхи соответствующим образом. То есть он к этому действительно подготовлен с помощью Великого Поста. Великий пост исключаются продукты животного происхождения. За это время верующие стараются стать лучше, и это стремление приводит их к внутренней радости от близости Бога. Пост – это время перемен, которое для нас определил сам Господь. И верующие в пост стараются изменить свою жизнь, но не жизнь и привычки окружающих людей.
На Повечерии в первые 4 дня Великого Поста уже более 1000 лет читается покаянный канон преподобного Андрея Крицкого. При чтении канона верующие соприкасаются с событиями Священного Писания, в которых святые показывают образец праведной жизни, а грешники побуждают к духовному бодрствованию примерами своего глубокого падения. Сейчас, во-первых, начало Великого Поста – строгая неделя, и все христиане стараются себя подготовиться к этому, то есть покаяться перед Господом. Общими усилиями, общей молитвой мы должны сделать это для нашего же блага, для спасения души. Канон Андрея Крицкого пробуждает человека задуматься о своих поступках и раскаяться в них. Покаяние время, прихожу ты Создателю моему, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и я ко благоутробе дашь мне слезы умиления. Верующие стараются прийти на чтение канона в храм, чтобы соборно помолиться о своих грехах. Осознание своего отступления от Божьих заповедей и надежда на великое милосердие Спасителя объединяет стоящих на коленях людей. Святые отцы называют покаяние духовной баней, в которой слезами человек омывается от грехов и восстанавливается в своих боготканых одеждах. До 3 апреля в Музее народного декоративно-прикладного искусства Липецка проходит передвижная историко-краеведческая выставка «У каждого времени свой крест». Тамбовское общество любителей краеведения собрало для выставки около 300 нательных, наперстных крестов и энклопионов, крестов-мощевиков, а также путевые иконки 18-19 веков. Эта выставка на научной основе создана. То есть не только кресты представлены, они классифицированы, они имеет развернутую аннотацию в каждой витрине. То есть серьезная научная работа была проведена. Большая часть крестов, которые здесь представлены, это кресты, найденные в раскопках. И, естественно, они были отреставрированы с любовью, как бы оформлены. Выставка отражает тысячелетнюю историю главного символа христианства на Липецкой и Тамбовской земле от принятия христианства до 20 века. Удивляет разнообразие крестов. Равносторонние, украшенные лучами, заключенные в круг. Крест отражал взгляд владельца на мир, сообщал о поле и статусе его владельца. Долгое время кресты были именными. Их делал человек для себя. И поэтому он вкладывал душу и свое отношение и к кресту, и к Богу, оформляя свой крест. Они более праздничные, более нарядно или богато оформлены, эти кресты. Женские кресты и мужские получили свое распространение в 17 веке. И по 19 век можно было определить, это крест мужской или женский, по его внешнему виду. Мужские кресты более лаконичные, более строгие, а женские кресты более богато украшены, и их внешний вид похож на листик. В листике крест богато оформленный, украшенный, и на оборотной стороне, конечно же, молитва, обращение к Богу. Уже в первые дни работы выставки были получены интересные отзывы. Отклик эта выставка получила в Свято-Успенском монастыре города Липецка. Именно с Липецкого Свято-Успенского мужского монастыря нам принесли крестики, найденные при работах земляных неподалеку от Древнеуспенской церкви города Липецка, которая сегодня является основой этого монастыря. И эти крестики по форме похожи на те, которые представлены на нашей выставке. Крест – духовное оружие христианина. Выставка отражает, с каким бережным отношением наши предки относились к этому символу жизни. Торопитесь соприкоснуться с православной историей Тамбовского и Липецкого края. В нашей епархии продолжается восстановление порушенных в 20 веке храмов. В рубрике «Благовестники» мы расскажем об одном из них – храме в честь великомученика Дмитрия Солунского в селе Избище Донковского Благочиния. Вот так на старой, потускневшей от времени фотографии когда-то выглядел старинный храм в честь Дмитрия Солунского, построенный в 1902 году. А это то, что от него осталось сейчас. 7 куполов каменной церкви символизируют 7 главных таинств православной веры. К сожалению, люди, разорявшие храм в 30-е годы прошлого столетия, об этом вряд ли задумывались.
Жители рассказывают такие случаи, что когда кресты, 6 крестов скидывали, кто-то из тех, кто скидывал кресты, один разбился, как многие рассказывают, у одного ноги развернулись, то есть Господь так был дадена кара, чтобы люди осознали свои ошибки, свои грехи, что это против естественного закрытия храма. Милостью Божьей в апреле прошлого года в село Избище пришло время духовных перемен. Настоятель храма Ирей Александр Масютин и местные жители стали по крупицам восстанавливать православную святыню. Желающих помочь в этом богоугодном деле нашлось немало. Стараниями односельчан за 10 месяцев удалось сделать многое. Поставить новые окна, расчистить от мусора трапезную часть, в которой в скором времени планируется постелить деревянные полы. А главное, за столь короткий срок батюшка сумел собрать вокруг себя немалую для сельского прихода паству. Прихожане рассказывают, как однажды во время молебна на одной чудом сохранившейся фреске они увидели свечение, напоминающее пасхальный благодатный огонь. Когда мы служили там в коридоре, мы стоим и смотрим на иконочки, как медленно-медленно плывут, исчезают до середины. Потом глядим второй раз, бегут и опять исчезают. Вот до 3 раз так это мы видели. И видели 2 раза, вот сколько мы там молились Богу. Вот. Это Господь, наверное, предсказывал, что мы его стали восстанавливать. Нина Яковлевна Панина уже много лет живет в доме последнего священника, который служил в храме до его закрытия в 1937-м. Предвидя страшные гонения на церковь, батюшка передал матери Нины Яковлевны дароносицу с частицами святых даров, для того, чтобы люди смогли причаститься в духовно голодное время. Когда церковь стали восстанавливать, женщина вернула в храм драгоценную святыню. Моей маме подарили дароносицу, когда вот началось вот это вот гонение. И священник сказал: «Я надеюсь, что это сохранится в вашей семье». Ну, я хотела бы сказать, мы всю жизнь это хранили. И так как открылась церковь, и мы подарили это батюшке. Сергей Михайлович Бурцев – один из деревенских старожил. В этом селе он родился, а в земской школе, которая сейчас находится в полном запустении, учился. Мужчина – инвалид с детства. Он первым год назад пришел помогать отцу Александру. Парадоксально, что люди с ограниченными возможностями, но с неограниченной любовью к родному храму, по велению души, возвращают ему прежний облик. Сергей Михайлович очень стесняется видеокамеры, но о своей самой заветной мечте он нам все-таки рассказал. Последняя мечта – это лежать там с родственниками, и чтобы храм работал. Село Избище, получившее свое название, по всей вероятности, от наименования деревянного жилища, находится в 25 километрах от районного центра. Оно граничит с Рязанской областью. По старинке, в непогоду люди добираются до церкви на лошади. Никакая февральская стужа не помешает им прийти в храм Божий. Люди ходят, и с каждым днем все больше и больше. Больше задают вопросы, больше стремятся к познанию. Некоторые начинают учиться, стоят, вот певчие я привожу, когда молитвенники служат, некоторые присоединяются, начинают учить песнопение, начинают больше углубляться в православие, задать вопросы более нужные для спасения души. Поэтому я вижу, что здесь требуется этому храму быть, требуется его установить, может, не для нас самих, а для будущего поколения. Впереди еще немало забот. Приход храма Дмитрия Солунского остро нуждается как в молитвенной, так и в материальной помощи. Нам очень хочется верить, что сокровенная мечта Сергея Михайловича, впрочем, как и всех прихожан, обязательно сбудется. И храм, как верный страж духовной жизни села, оживотворит благодатью людей и всю эту Данковскую землю. Первая неделя.
недели Великого Поста венчается праздником торжество православия, которое в этом году приходится на 24 марта. Он был установлен в 842 году при царице Феодоре в память об окончательной победе над ересью иконоборчества. О других датах церковного календаря смотрите далее. «25 марта в понедельник мы вспоминаем святителя Григория Двуеслова, Папу Римского. Этот святой составил чин литургии преждесвященных даров, которые служатся в дни Великого Поста. Этот чин был утвержден на 6-м Вселенском соборе в 680 году. Также в этот день вспоминается преподобный Симеон Новый Богослов. Он жил в 11 веке и православной церкви известен как автор поэтических духовных стихов. В своих творениях преподобный Симеон учит нас духовному совершенствованию, а также борьбе против страстей и греховных помыслов. В среду 27 марта прославляется Федоровская икона Божией Матери. Этот образ был написан евангелистом Лукой. В 1613 году чудотворной Федоровской иконы был благословлен на избрание на царство Михаил Федорович Романов. В этом году исполняется 400 лет со дня прославления этого образа Божией Матери. В рубрике «Тебе поем» смотрите музыкальный видеоклип на песню «Всего-то навсего». Поет сестринский и сводный праздничный хор Свято-Елизаветинского женского монастыря Минска. Автор музыки – монахиня Юлиания. Слова протоиерея Андрея Логвинова. Мир будет тишиною быть.
очередной выпуск нашей передачи подошел к концу. Мы желаем вам крепости духовной в подвиге прохождения поста. До свидания!